А сегодня совсем другое утро. Совсем другое. Вон, и птиц сколько, и все чирикают. И небо, гляньте, какое. Все щебечут. Слушайте, а горлицы-то, наверное, улетели на Канары на свои. Что-то я их совсем еще не слышала. Я смотрю, ко мне сюда на столб не прилетает. Улетели, значит, уже. Это не лень летать, а? По 6000 километров. Туда только. Все-таки интересно, птицы устроены, а? У меня тут стекляшки от люстры висят. Ну, что-то уже поотрывались. С добрым утром, мои хорошие. Это я к чему все вела-то? Что с добрым утром? Красота. А я решила с утра, мои хорошие, надо мне восстановить. Тут у меня несколько цепочек и браслет вот этот винтажный. Он у меня лежал. Тут вот у него утери есть. Вот одна и вторая вот штука. Вот, он у меня лежал уже несколько лет. Я все ломала голову, что это, пластик или кость. Вот, сходила тут к ювелиру, он мне сказал, конечно, кость, это индийская работа, это старая работа, потому что он сказал, что вот здесь вот эта проволока, она немножко даже... выступает, царапается. Он говорит, вот только поэтому можно сказать, что это старая работа. Вот, ей лет там 60 примерно. И вот надо ее восстановить. Ну, вот не знаю, что придумать. Металлических таких у меня нет штучек. Ну, ладно, буду... голову ломать. Вот. А тут вот у меня валяются эти цепочечки. Нежненькие такие. Но почему они все из кусочков, я не помню. Вот не помню и все. Почему так? Ну, у меня же есть девчонки. Есть внучка. Ну, Саша такие не носит. Мелкие цепочки. Есть внучка. Вот. А тут у меня большая радость приключилась. У меня нашлась моя подруга. У меня когда сломался мой телефончик зелененький, но кто смотрит, те помнят. Я осталась без номеров телефонов вообще. Так что, если кто-то мои хорошие знакомые, позвоните мне, пожалуйста. Потому что я без номеров. Вот, а у нее, у Наташи... у нее дочка Настя, теперь внучка. В общем, нашего полку девчоночьего прибывает. Вот, так что
Надо восстановить. Я уже даже не помню, откуда она у меня. Может, кто-то присылал девочке. Она, видите, вот такая, такая нежненькая-нежненькая. С такими перемычечками. Вот, с такими. Вот сейчас я ее найду замочек помельче. Чтобы он не диссонировал, знаете. А то поставишь здоровый карабин на такую нежную цепочечку. Так, потом, вот еще есть у меня цепочка. Тоже, ну, вот такая посредине. Шарик просто, тоже прям, ну, такая няшная. Тоже надо замочек поставить. А вот с этой проблема. Это еще была Алинкина цепочка. Она вот вся порвалась, листочки все отдельно. Тоже не помню, почему. Может, и я когда снимала. Может быть, хотелось куда-то их поставить. В общем, так и это. Вот. Ну, раньше-то я винтажом не увлекалась, а теперь вот прям последнее. Последние, наверное, сколько? Года два, наверное. Прям вот увлеклась я винтажом. И Avon, а это Avon, тут маркировка есть, оказывается, ценится у любителей винтажа. Потому что на Avon работали очень известные дизайнеры. И люди собирают коллекции. Поэтому мне нужно ее восстановить. Да, она, собственно говоря, ну, вот так, наверное. Или наоборот, вот так. И вот эти листики подвесить. Но проблема в чем? Тут всего два колечка. Ну, вот эти обычные колечки, которые крепятся. Но металл по цвету совсем другой. И я вот лазила-лазила, сейчас искала. Нет у меня таких. Есть маленькие колечки, но они не такие. Они блестящие. А это такой матовый металл. Так что проблема. Теперь надо искать колечки. Так что вот такими делами я сегодня с утра занимаюсь. Потом другие у меня дела пойдут. Но пока мой кот уснул и не лазит мне по спине, я вот села заняться такой мелочевочкой. Ищу, думаю, где ж у меня ребенок спит, а? А он тут у меня внизу коробка с полотенцами. Ага, конечно, конечно, а то плохо. На чистых полотенцах тут мне. Вот видали? Сделал себе гнездо. Надо убирать коробку. Выше куда-то. Ну, вот Кобочка себе никогда такого не позволял. Ой, ну красавец. Надо же, дал. В конце октября. Ой. Красавец. Молодец. Надо его подрезать. То что-то там лезут детки сбоку. А это не дело. Дурман вот. Ветром занесло или птички. Не знаю. А этот вот как летом цвел, больше не хочет. Это у меня сидит. Привет! А я жду Толика. Мне нужно сегодня за свет платить. А у меня налички нет. Надо съездить в банк, ну и в магазин заодно. А.
Ой, мои хорошие, лицо вам свое не показываю, потому что ночью кот проснулся и, видимо, решил поиграть. Блин. Вот жопа маленькая, ну не могу. Ну и прыгнул прямо мне на лицо и когтями. Так что я хожу, знаете, как после пьяной драки. С ободранным лицом. Позорище. Позорище. Ну а что делать-то? Все равно надо ехать снимать деньги. И я уж такой момент выбрала. Пораньше позвонила Толику. Говорит, Толик, отвези меня. Ну ладно, маской что-то прикроется, но все равно видно. Ой. В общем, короче говоря, весело я живу. Что и говорить. На самом деле такой вид, как будто я с кем-то дралась. Потому что не одна царапина, а три штуки их, да. Три штуки, и они довольно-таки прям глубокие. Ну и в общем, красота. Реклама. Привет. Привет. Опять на новой машине. Ой, поехали. Ну что, новости есть какие-нибудь, Толик? Какие? Пока вроде никаких. Ну и то ладно. В наше время отсутствие новостей — это тоже хороший знак. А мне надо за свет сегодня заплатить, а у меня наличных денег нету. Ну и так, хлеб кончился, сигареты вечно. Вечная моя проблема. Еще без хлеба-то я проживу. Ну а что сделаешь-то? Да не, я и бросать-то не собираюсь, собственно. И так никаких радостей не осталось. Одна... Больше прокурила уже, да? Да, конечно. Ну, конечно, вот вчера час, наверное, целый по видео с сыном разговаривала. Мурманске уже снег лег и прям уже намело. Так что вот так. У нас рай. Тут тепло, да. Ой, погодка прям разгулялась. Прям разгулялась. Жарко. Ну что, девчонки, съездили в магазин. Натерпелась позору. Кассирша. Тут же все друг друга знают, но она так на меня смотрела. Я не знала, куда мне деваться. Вот бляха-муха, на старости лет. Блин. Ой. Так что идти платить деньги попрошу Витю. А то потом разговоров будет, не оберешься. Ой, господи. Как будто я пьяная валялась, и меня кто-то ногами бил. Вот, видите, погода-то какая. Это в тени. В тени-то вот стоишь 20 градусов. А на солнце-то выходишь — совсем другая погода. Припекает, хоть загорать ложись. О, видите, зацвели. Очухались второй раз за год. Купила, наконец-то. А то у меня еще летом сломалось. А так неудобно нагибаться. Ну, сами знаете. Вот они вездесущие, лазят везде. Ой. Сидит, думает. Боится мячика. Вторая попытка. Облизывает.
Играть боится. Иду кормить котов на помойку. Вот что хотела вам показать. Вот такое вот грустное дело. Сбили вчера собаку. Я собралась, думаю, похоронить его. Но подошла поближе. Мне его не поднять. Мне его не утащить. Вот так и лежит с вчерашнего дня. Жалко ужасно. Завтра, может, Вите позвоню, если он свободен. Надо похоронить животное. Опять приволокли эту мульку. Дерьмо это насыпят. Потом эта пыль будет летать тут как... Ой, жалко пса. Не могу. Да, кстати. Замучили меня вопросами про Кобу. Я не хотела говорить этого. Коба давно похоронен. Он добегался, он бегал все время на ту сторону, он туда, в деревню. Мы его нашли и похоронили. Так что не задавайте больше таких вопросов мне. Мне и так жалко его ужасно. Вот видите, тут и новое поколение. И поэтому... Те, кто делают из меня какого-то монстра, есть такие люди. Я абсолютно нормальный человек. Мне жалко всех животных. О, боже ж ты мой! Ой, маленькие. Чего не дают тебе? Сейчас дам. Что ты, господи, беги, не бойся. О! Люди в волне. Ну, может быть, разберете. Гляньте, какие хорошенькие. Ну, что же они будут на улице-то? Ну, возьмите по котеночку. Ну, жалко ведь, а. Я бы сама взяла. Ну, видите, мне привезли счастье, вырастили для меня. Да я и не знала, что их тут столько. Я когда, ну, до своего путешествия кормила, была вот эта черная кошка и рыжая. А тут вон что творится. Видно, она их где-то прятала, маленьких-то. Ой. Вот видите, сегодня заката нет как такового. Ладно, мои дорогие. Грустно это все, грустно. Но это жизнь, никуда от нее не денешься. Давайте, всем хорошего вечера, спокойной ночи. Не болейте, не грустите. Будем держаться. Что нам остается еще делать? Давайте, мои хорошие. Надеюсь, завтра увидимся. Ну и пока-пока. Always alone when the tide is low.